Всем доброго времени суток, с вами Александр Кондрашов. Продолжаем проходить Blue Shift. Блять, мы впряглись в очередной блудняк. В очередной раз не вижу, блядь, нихуя прицела даже своего. Но тем не менее. Ах ты. Но тем не менее, как-то что-то нормально вроде. Ничего нету, да? Я как раз думаю, ну вдруг вот в этих больших ящиках что-то спрятано хорошее. Так, 5. Hello? Can anyone hear me? Hello? Can anyone hear me? Как тебе забраться? Hello? Can anyone hear me? Hello? Can anyone hear me? Как тебе открыть-то, блядь? Я тебя слышу, ну. Hello? Can anyone hear me? I'm not Dr. Rosenberg, but you'll still help me, won't you? I suppose a security guard should know what he's doing. Let's go. Так, куда мы пойдем-то? У нас все позакрыто. Ну-ка. Я вас тут было сейчас. Вот это да. Где доктор? Подстволочки сейчас прям выручили. Чё? А, 4 минуты, 40 минут. Ну чё за бред, только включил уже 40 минут. О, бля. Ох, ебать. Давай, иди сюда, чё ты?
Ну. Спасибо большое. Не, ну вот это зарубы, вот это я понимаю. Это экшон. Понимаете, когда я побеждаю, это охуенная заруба, отличная вообще. Просто шикарная, лучшая игра на свете. Когда я проигрываю, какой дебил это придумал, в это вообще играть невозможно, понимаете? Это, в принципе, если подумать, в этом есть определенная логика. Так, я смотрю сюда. Я уверен, как-то еще наверняка можно, но... Блин, сколько аптечек здесь. Смотрите, что творится. Как будто я буду бегать и ногами его пинать, этот танк. Смотрите, что творится. Вот так, во-во-во-во-во. Даже не столько. Хотя я и не физик-ядерщик, в отличие, ну, в данном случае, имею в виду, в отличие от Фримана. Но все равно, тем не менее, опять же, анекдот был. Типа, самое страшное слово в ядерной физике. Упс. Так, где там у нас? Просто был уверен, что она сейчас всей кучей сразу бомбанет у нее. Вылазь давай. Отличная игра. Только все потому, что я в ней побеждаю, значит она отличная. Как может быть иначе? Как может быть плохая игра, в которой я... у меня все получается. Такое прям вообще. Так, я понимаю, что это надо будет отсюда вывести, куда-то повернуть, куда-то привести. Это мы сейчас разберемся в процессе. Thank you.
Отлично. Здесь же аптечек целая гора. Больше идти-то некуда. Ящичка никакого нет, чтобы подвинуть, да? Почему ты не запрыгаешь сюда с ним? Да хорош, ты что хочешь сказать, ты не можешь, блять, вот на этот ящик. Ну пиздец. Ну смысл в этом так джампе, если он запрыгнул, если никуда не может, блять. Он не может и все. Даже если я сюда залезу, толку-то. Если я смог сюда и вот туда наверх. Чё мне делать-то, блядь? Всё, здесь нет больше ничего вообще. А. Блядь, ну пиздец. Знаешь, так тупо-то иногда. Сейчас посмотрим, что мы сможем сделать. Новая партия старух будет. Yes, I'm Dr. Rosenberg. Although I'm not very proud to admit it, seen as though I'm partially responsible for all of this. How did you know my name? Oh, I see. Poor Harold. Yes, our plan was to get to one of the old prototype labs. It involved something that very few people in the facility are authorized to know about. The same technology that brought about this catastrophe could also be our only way out. You see, I was involved in the very early work on teleporter technology, long before the Lambda complex was even built. There may be enough equipment in the old lab to piece together a device that would allow us to teleport outside of the facility. As improbable as that may sound to someone like yourself, of course none of that does a whole lot of good while we're stuck in here. Hmm, perhaps I could help boost you through that vent in the ceiling. If you're lucky, you might be able to take those soldiers by surprise. Let's try this. Так, это 14, где-то 30. Опять же, доктора мы где-нибудь, наверное, на превьюшечку-то выцепим. Чё? И понятно, какой здесь только аптечка. Ну, блядь, ну вот в упор по нему сажу, он не умирает и все.
Ну, броня, кстати, хорошо очень защищает. Alright. Now we'll need to head back to the area where you met Harold. The access to the old lab should still be there, but we may have to break through some of the newer construction to get to it. Бык. Let's get going. Пошли. Теперь я знаю, кто мне откроет вожделенную дверь. Кто-то мне откроет вожделенную дверь. Так, блядь, куда ты? Стой! Блядь, он ничего, он... Шли. Yes, we'll have a better chance if we stick together. Сообразил наконец-то. Пошли. Let's stick together. We're almost there. All right, let's stick together. Yes, here it is. We'll need to break through this to get to the elevator. Как мы будем пробиваться? Ну куда ты? Пошли! А, в смысле, вот здесь надо сломать что-то? We should have chosen the Lambda reactor for an escape, but the crew there is bent on fighting the creatures. All their hopes set on someone named Freeman. Let those fools try and fight a battle they can't win. I just want to get out of here. Это лифт странный, очень странный. Долбоёбушка, пошли! Нет.
hope the old security system is still active. With any luck, my fingerprint ID is still valid and on file. Сколько всего? Dr. Rosenberg, thank God you made it. We've managed to piece together some of the larger equipment, but you'll need to oversee the rest of the construction. Excellent, Walter. Finish aligning the power cell matrix, and I'll see if I can get the system online in the main room. Now there's no time to waste. Комната. Well, looks like the equipment is in better shape than I expected. Unfortunately, this older technology does not have the ability to target an Earth destination in its current state. You see, Mr. Calhoun, teleportation isn't as easy as going from point A to point B. We've discovered a strange border world that was somehow involved in the process, which kept us from accurately predicting where any given teleportation event would lead to back on Earth. Some of the more promising research on the matter led to a device that could be attached to the strange crystalline structures we found on this border world. Now, this device could then be used as a focal point and a relay to aid in the teleportation. Well, in theory, that is. We lost contact with the survey group shortly after the device was in place. We later discovered other methods of aiming the field, but all of the equipment in this lab uses the older technology. In order for any of us to get out of here alive, someone will have to go to the border world and activate the device. Ну я пойду сейчас. Кто скажет, кроме меня? I'm afraid you're the only one who can do this. Seeing as how everyone else will be needed to operate the equipment. We should be able to get you fairly close to where the survey team had set up, but I fear the likelihood of running into alien creatures is very high. Once you find the device, simply power it on and align the emitters until the signal reaches maximum strength. We'll reopen the teleporter for your return once we receive the signal, but you must hurry back, as we can only keep it open for a short amount of time. All right, I'm going to initiate the teleporter charging sequence now. Be ready, Mr. Calhoun. Once the field is open, it will become unstable very quickly. Simmons, can you hear me? It's ready. Каскадный резонанс, повторяю, что ли? Примерно. Пока, ребят. Буду переводить по ему больше, но сейчас пока не очень понятно, зачем мы сюда лезем. Я понял, что надо что-то включить. Что они работали над там программой телепортации и прочее, но это конечная, скажем так, цель всего этого. Так, а мне к вам наверх, собаки, как залезть? Блять. Странно, что он не умирает от этого.
захват... Вот что тут он делает, а? Шел, взял, блядь, упал. Ну, это... Ты че? Ну вот, короче говоря, просто домик, где живут собачки. Окей. Что-то меня хотят, блядь. Там что ли, ну туда что ли, блядь, да ну ёбаный в рот, ну серьезно. Ну куда вот, блядь, какая-то невидимая стенка, вот здесь тоже стоит, ну зачем вот это нужно? Подсказываю, что сюда надо идти, ну ладно. Че, горнача опять встретим или нет? Горнача, как правильно. Короче, батюх от крабов. Или мамкух от крабов. Мамку, скорее всего, раз она... Раз оно плодит от крабов, начнем, что какие-то мамки. Хочу все-таки в ту сторону сходить, посмотреть, что там было. На правую кнопку. Ну чего? Thank you.
чё, блин, матрица обсмотрелся. В воздухе он еще зависать будет, ни хрена себе. Упор с дробовика не помирает. Мне чуть не очень понятно этот момент, но ладно. Блин, там же большое помещение было. Ну и большое, в смысле, из него тоже выход был. Прикол. Ну и ладно. В него и вылез. Значит, ничего не пропустил. Судя по предыдущему опыту, сначала надо налево сходить. Там какие-нибудь ништяки, а дальше... Ну, в этот раз даже ништяков нет. В этот раз просто тупичок. Ой. Подлечи меня, чудо! Вода. Отлично. Сейчас только горнача мне не хватило. Так очень дерганы все летают, вроде в оригинальной халфе такого не было. Ну, повторюсь, говорю. Что такое? В том смысле, типа, опасность. Ну, понятно, что это не типа опасность, это не действительно опасность. Важно определить, в каком порядке. Да, я не долечу, это точно. Ё-твою, серьезно? Ну, а куда еще-то, блядь? Я подождал, пока она уменьшится. Ну, в смысле, вниз сядет. Это было очень самонадеянно с моей стороны. Чё, десант что ли сбросил? Сюда, да? Правильно? Нет, подожди, я там был, да? Что-то путаю все. Нет,
Подожди, не может такого быть. Может вот так? Да. Так джамп в данном случае зарешал. Бля. Я думаю, просто так круто. Просто так вниз пойду. Окей. По-моему, самые бессмысленные враги, даже хэдкрабы, и те они больше вреда наносят, чем эти собаки. Докхаунд, по-моему, его зовут. Типа гончая. Вот, бля, я его не заметил, он подбежал ко мне сзади. Ни хрен никакого толку. Не то, чтобы я прям так это... Фу-фу-фу, как это плохо, давайте, чтобы он подбежал и ваншотнул меня. Нет, я не против. Окей, понял. Блядь, вот даже... В чем разота, Интересно, а здесь что? И зачем я сюда могу пойти? Непонятно. Но могу, факт. Вот это я затормозил на полдороге, молодец вообще. Не, погоди, он-то сюда не долетит. Агдар сверху. Да не, хорош, серьезно, а как? Прыгать решил, не надо. Так уж не долетит никак. И больше некуда идти, все. Это назад. И правильно, на кой хер вот это вот нужно место? Вряд ли, чтобы просто... Для просто так, для развлечения. Что здесь дальше делать? Он тупо не долетает дальше. Что, я должен был успеть, что ли, до того, как он разрушит эти, а тогда он ничего не разрушит того, что нужно. Блять. Что за звук-то покажу? Вот он каждый раз еще раз пролетает. Опа, твою мать! Да что ж такое-то, блять? Прыгать сегодня будешь или нет? Да ёб! Блядь! Охуенно, блядь!
не долетает. Ну ладно, хер с ним, давайте на этом на сегодня... Дай уйди ты в жопу, на сегодня закончим. Ссылка, как всегда, я посмотрю, что там надо делать, потому что я что-то вообще ни хера не понимаю, что тут нужно делать. Ссылка на плейлист в описании, подписывайтесь на канал, вступайте в группу, подписывайтесь на канал по обзору фильмов и на канал второй ставки музыкальной темы. И все, всем всего доброго, играйте в хорошие игры, всем пока. Щелкайте на колокольчик, рассмотрите возможность поддержать канал материально и все такое. В общем, посмотрю. Она пока нормальная, хорошая, но что-то в этот момент я вообще не понимаю, что здесь делать. Все, всем пока.